Катча. Нормально. Он же это сейчас попробуем и потом опять, если будет какие-то маленькие. Это он вот вертолет делает. Давай, отпусти сейчас это и поставим опять снова по ней. Пусть он займет свое место. Во. Сейчас он выпрямился, здесь тоже уже видно разница есть. Сейчас можно будет зажать. Зажать? Там надо закрутить, все. Сейчас, это. Нет, там. А, там уже да, это надо зажать. Если они выпрямились, тогда да. Чтобы он больше не... Ну, не пошел. Да, да. Это всегда балку первую зажимает, да, потом да, регулирует эту и потом фиксацию. Сейчас вот проехать так. Что-то не пускает. Чтобы он свободнее был. Да-да-да. Сейчас затягивает. Все. Спасибо.